Ну что, ребята, мы играем Нуб против Про вторую часть и играем за Нубика. Мы уже прошли много серий. И сейчас мы должны, ребята, добить этого читера. Нубик старается, стреляет в читера. Ну, мы попадаем. Делаем ему больно. Шкала здоровья неуклонно падает. Сокращается. И Нубик у нас старается на такой колымашке. Едет и стреляет в читера. Интересно, сколько ударов ему надо нанести, чтобы читер умер? И что потом будет после нашей победы? Мы это, ребята, с вами сегодня проверим. Так, надо... Короче, прыгать я не буду, я буду стараться стрелять в него, чтобы попадать. Так будет эффективнее намного. О! Все. Последняя стрела. Ё-моё. Читер убежал опять. Ладно, идем в домик. Кушать торт. Так, что здесь происходит? Что такое? Так, и чё? В смысле? А в смысле поехали? А мы же уже играли здесь, нет? Мы же уже это проходили, ребята. Типа нам предлагают еще раз пройти, что ли? Или что, я не понял. Ну ладно, давай пройдем, посмотрим. Что будет. Что там будет? Повторится история, да, наверное. Ладно, здесь, я не знаю, смысл есть это все разрушать или нет, потому что у нас прокачанные полностью, наверное, прокачанные полностью, может быть, не полностью прокачанный наш чувак. А, нет, смотри, если мы можем проходить между ними, значит, он прокачанный у нас, ребята, полностью. Ну, этот самый, прошка наша. А типа, ну, против Про будет в третьей части. Ну, я, кстати, даже в первую часть не играла, вот только во вторую мы его полностью прошли, вторую часть. Надо будет посмотреть первую. Потому что первая тоже должна быть игрушка. Если вам нравится прохождение Нуб против Про, пишите в комментарии, мы будем проходить. И следующие, первые, вторые, третьи части. Вот, если хотите, конечно. То будем проходить. А если нет, то... Мы на этой части закончим. Так, я не помню, была такая анимация, что этот чувак сидит. Ну, конечно, конечно, нам показывают, получается, сейчас полицейские придут, смотри. Да, полисмены. И эти начнут убегать. Все, побежали, побежали. И они здесь будут, да, на лодке. Все, да. Да, ребята. Это мы прошли полностью с вами игру. Потому что мы открыли все. Нуб, Про, Бот, Год, Винтер, Десерт, Пустыня, Форест, Лес, Читер. Ну, читер это есть читер. Хорошо, молодцы. Мы молодцы, мы прошли всю игру. Это заслуживает лайка. Ну, а мы продолжаем Лигу Испытаний. Давайте посмотрим, мы на 206 позиции. Будем двигаться вперед. Огненный убийца, нифига себе. Огненный убийца, он, видимо, ему нравится танк. Феникс. Да. Это прям его любимый танк, я так понимаю. Но... Давай, огненный убийца. Ремкомплект даже взял, смотри. Ах! Но он его не воспользовался им. Он им не воспользовался, огненный убийца. Не получилось им. О, ё-моё, что это такое? Появляются какие танки, а? Сложные, мощные.
Так, он меня сейчас будет клешнями уничтожать, да? Клешнями меня бьет. Клешней своей. Давай, давай, еще немножко осталось. Ничья, ребята, мы взорвались. Ну это хорошо, что ничья, что поражения не было. 335-й. Так, на 202-м уровне. Ё-моё. Еще много ехать надо. Кулдип. На, Кулдип решил выйти на этом самом своем. На, как его называется, на мамонте. Мамонте. Вонючка. Вонючий случай. Так, я знаю, как тебя уничтожить. Поближе к тебе нужно быть. Все, давай, умирай. Победа. 36 побед у меня, нифига себе. Ну что ж, ребята, продолжаем монетную лихорадку, Лига испытаний играть. У меня получается 36 побед. Нахожусь я на 198 уровне, уже приближаюсь к соточке. А кто на соточке, тому 30 алмазиков дадут. Ну это мало, конечно. Опять ты, что ли? Подожди, мы с тобой уже дрались. Мы же с тобой уже дрались, слушай, чувак. Ага, смотри, видишь, что он делает. О, попало меня конкретно причем. Так, давай ремкомплект. И прожариваем. Есть! Победили мы тебя. Ах ты, гад такой. Победа. Дальше играем. С кем, интересно? Опять Катюша. Алавака. Да я с тобой уже сражался. Алавака. С Алавакой я уже сражался, ребята. Да ё-моё, я ж тебя уже побеждал. Ну, побежду еще раз, бедолага. Так, Катюшу нужно уничтожать, ребята, вы знаете как. Нужно подлетать прям к Катюше поближе. Поближе прям. О, да нет, твоя защита. До барабана. Все, уничтожим. Алавака. Давайте статистику посмотрим. На 187-м режиме. Ё-моё. Поехали дальше. Это кто такой? Покемон. Ё-моё. Ну ладно, и давай, покемончики, иди ко мне. Пок-понг. Так, здесь я встану. Ага, тихо. Все, прожариваю тебя, слушай, чувак. Я тебя прожариваю. Все. Победа.